А терапия такая. Запасаемся сухими цветками клевера лугового. Вот так он выглядит. Терапия очень простая. Берем горсть своей рукой, берем горсть сухих цветков клевера и просто завариваем. Используем или термочашку обязательно, или можно на целый день использовать небольшой термос на пол-литра. Естественно, если термос, мы берем больших где-то 2,5 горсти. Если чашка 200-граммовая, значит одну такую хорошую горсть сухих цветков. Просто берем и чистой фильтрованной водой, кипящей, завариваем. Необходимо пить 2-3 раза в день просто чай. Желательно пить натощак. Пьем чай, потом кушаем там как хотите. Через 30-40 минут, через 50 минут. Так 2-3 раза в день употребляем чай с клевера лугового. 30 дней. Потом делаем перерыв 2 недели. Опять 30 дней пьем. Перерыв 3 недели. Третий раз пьем 30 дней. Потом можно сделать перерыв на 2 месяца. И дальше, если необходимо, если еще такая проблема существует, повторяем. Естественно, этот питьевой рецепт применяем с другими рецептами. Можно использовать одновременно 2 или даже 3 рецепта. Например, пьем чай, делаем себе столбики, о которых вы услышали в других рецептах, и так далее. В общем, применяем 2-3 рецепта, меняем рецепты и добиваемся улучшения слуха и уменьшения или исчезновения щелканий и других проблем в ушах и голове. Вот такой отличный рецептик на сегодня я вам и поведал. Ну и если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!